Человек-художник, человек-патриот. В арт-клубе «Сатре» состоялось открытие выставки одного из первых художников Караганды Павла Андрюка. В экспозиции были впервые представлены неизвестные работы мастера. Обо всем подробнее в сюжете Айгерим Бухтаевой. Павел Андрюк – один из первых художников шахтерской столицы. Павел Степанович предпочитал работать в пейзаже и портрете. Он один из первых в Караганде обратился к индустриальному и урбанистическому пейзажу. Писал шахты и улицы строящегося города. Его произведения, помимо художественной, имеют еще ценность исторического документа. Выставку представили члены арт-клуба «Сатре» совместно с дочерью Павла Андрюка. Тут представлены известные работы художника, а также и те, которые еще никто не видел. Людмила Андрюк презентовала книгу, посвященную светлой памяти ее отца. Он вообще из семьи репрессированного. Дед был расплачен и выслан в Казахстан, и семья депортирована. Ну и, соответственно, вот таким образом мой папа попал в Караганду. А потом уже после окончания художественного училища, после фронта, он вернулся в 48-м и вот собрал единомышленников, начал создавать вот Союз художников, лучший Союз художников СССР, первый полномоченный Союз художников Казахстана в Караганде. Павел Андрюк – воспитанник академической советской школы. Посетители выставки отметили, что так тепло, душевно и живо мог написать только действительно талантливый человек. Конечно, это все сразу покорило, потому что это школа 50-х, 60-х годов. Настоящая студийная, профессиональная работа, карандашная графика, этюды. Уже столько времени прошло, уже его нет. Но это теплота профессиональная. Это первые карагандинские художники, которые организовали Союз архитекторов в Караганде. И, конечно, насколько мы сегодня понимаем, этому просто нет цены. Сегодня очень приятно это все смотреть, потому что такого больше уже не будет, мы понимаем. Для карагандинцев видеть работы одного из первых художников нашего города бесценно. Этим картинам уже немало лет, но, несмотря на время, они все же очень популярны как среди художников, так и у любителей искусства. Айгерим Бухтаева, Рустам Бараев, Владимир Иванюк, Пятый канал.